в моем лендинге написано, что когда обещание такое большое, что когда люди приходят на вебинар только именно по аллергии, во-первых, она расширяется до других болезней, потому что психосоматика болезней в сущности всегда эмоциональная подоплека. Вот. А вот когда ты говоришь про то, что человеку стоит только понять, какие у него ресурсы, например, какая-то еда – это любовь, а какая-то еда – это там удовольствие, другая еда – это развлечение, вот энергия. А почему люди не могут, поняв это, то есть даже прочитав про это в книжках, есть очень много книг по психосоматике, таблиц, там Луизы Хей, Лиз Бурбо, Лулы Вилма. Почему, поняв это, люди не могут сами по себе выключить эти пищевые зависимости? Как ты думаешь, на каком уровне мы работаем, ну, имеется в виду, что на каком уровне идут сильные физические запреты? Да, очень хороший и интересный вопрос, потому что приходит состояние, когда человек не может контролировать, потому что нету силы. Он понимает, что это не надо так, но нету силы. А сила откуда появляется, да? От себя, от тела. Можно сказать, использовать вот это от чакры, да? Вот когда чакры твои в гармонии, когда твое тело в гармонии, тогда и сила появляется. Но когда нету силы природной, вот то самое, о чем я говорю, тогда человек тратит свою жизненную силу. Когда тратит жизненную силу, да, повреждается здоровье. И вот это уже человек сам не может контролировать. Он хочет, понимает, читает, старается, но все равно до конца не может. И поэтому очень важно найти себе психолога, многие называют настоятеля, я не знаю, как людям это интересно, пусть такая так называют, или коуча. И они помогают выйти из этого состояния. Можно и друга какого-то, да, вот для некоторых друзья это самые лучшие психологи. И нужно обязательно найти такого человека, который знает об этом, который уже проработал это и не в этом травме, уже развит в этом. И когда человек развит не в той же болоте, да, а на суше, в красоте, то тот человек сможет тебя вывести. А тот, кто не знает об этом, да, не сможет тебя вообще. Ну, постарается, может, знания есть, но нужно, чтобы человек был повыше психологически, энергетически. И поэтому я советую людям, чтобы, например, пришли к тебе, потому что ты уже вышла из этого, ты на высоком уровне, и ты даже за одну сессию можешь вывести человека из такого состояния.